Привет, зрители Ютуба! Вы на канале 10 интересных фактов, и с вами я, его ведущий Алексей Козьяков. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мы чихаем? Сегодня мы узнаем, как происходит этот процесс. На языке профессионалов чихание – это чихательный рефлекс, который есть у всех животных. Чихание позволяет очистить нос и пазухи, одновременно обогащая кислородом клетки тела. Резкий вдох через нос совершает примерно то же самое. Однако, чихание представляет собой физически сложный процесс. Говоря простым языком, сначала происходит продолжительное, глубокое вдыхание, в результате которого легкие наполняются кислородом. Вслед за этим отверстие, ведущее из глотки в рот, закрывается вследствие сокращения передних дужек зева и опускания мягкого неба. Затем наступает сильное выдыхание, и все выдыхательное дуновение происходит исключительно через нос. Таким образом, из носа прогоняются все инородные частицы, а также пахучие вещества, которые раздражают слизистую оболочку носа. Как только в носу начинает что-то щекотать, остановить чихательный процесс практически невозможно. Но вы, должно быть, замечали, что после чихания вы начинаете чувствовать себя намного лучше. Но ведь на это есть свои причины, а ведь чихание – это один из способов, благодаря которым наш организм избавляется от вредных веществ, которые в него попадают. Поэтому, когда в нашем носу собирается большое количество вирусов и бактерий в результате болезни, аллергии или скопления большого количества пыли, то в носу происходит раздражение нервных окончаний, и все эти вредные вещества вылетают вместе с потоком воздуха. Когда мы чихаем, не прикрываясь носовым платком, из нашего носа наружу вылетает около 100 тысяч вредных бактерий, поэтому, когда чихаете, старайтесь прикрывать рот. А еще, наверное, все слышали интересный факт, что нельзя чихнуть, не закрыв глаза. Почему? А потому, что во время чихания возникает невероятное напряжение. Значительное давление оказывается и на глаза. Этого недостаточно, чтобы наши глаза выскочили из глазниц, но этого вполне хватает, чтобы почувствовать дополнительное напряжение. В подтверждение этого один из ученых сказал: «Мы закрываем глаза, когда чихаем, чтобы преодолеть ощущение выталкивания». Итак, сегодня вы узнали, почему мы чихаем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте. С вами был Алексей Козьяков, всем пока!